Самохина Мария, город Рязань. Представляю выставочное объединение «Фиалки Рязани». Вот. Ну, наша первая выставка прошла в 2012 году, осенью. В принципе, как и многие, смотрю здесь, познакомились в интернете, потому что как бы выставок у нас не было в городе. Информацию черпали из интернета, там же вклад фотографии. Встретились в реальности, стали обмениваться сортами, ездили на выставку в Дом Фиалки. Вот и решили, почему бы не провести выставку у нас. Ну, решили, провели. Договорились с торговым центром, арендовали там площадь. Торговый центр помог с рекламой, также дали рекламную установку общественного транспорта. Вот. Ну, народ приходил, выражал благодарность, очень понравилась выставка, приглашали еще приходить, проводить выставки. Вот. И мы стали их как проводить на регулярной основе. Проводим два раза в год стабильно, это апрель и октябрь. Также стали сейчас проводить 8 марта дополнительную выставку и начали осваивать ближайшие города. Это Луховицы, 40 километров от нас город. Тоже несколько выставок провели уже там. Очень теплый прием, будем продолжать. Арендуем площади в торговых центрах. Ну, тоже требуют документы, как мы все посмотрим, проблемы. То есть, ну, находим выход, находим документы, проводим выставки. Рекламу даем в соцсетях. На остановках помогают торговый центр тоже. Вешаем плакаты на входных группах. Состав участников у нас изменился по сравнению с первоначальным. Сейчас у нас 6 постоянных участников. Что еще? Обязательно проводим на второй день выставки мастер-классы. В них освещаем вопросы по уходу, выращиванию, размножению и так далее. Пробуем проводить судейство. Первые несколько раз проводили судейство, а приглашать особо было некого, проводили всеобщее голосование между собой. Но не прижилось, потому что у нас специфика торговые центры. Получается, что мы в один день завозим растения, их расставляем и проводим судейство. И так же идет выставка. Да, открытое получается помещение, то есть как бы получается, посетители приходят тоже раньше. Время, как всегда, терпеть мы выходим, мы не мешаем, но, соответственно, понятно, что атмосфера. Сколько часов? По дням зависит, смотря какой торговый центр. Ну, то есть по дням. Если выходной день, порядка 15-20 тысяч за дня. А где вам обычно предоставляют? Вот, потому что такого центра, там же тоже зоны, там магазины, фудкорты есть. Самый большой торговый центр, которым самая большая была аренда, у нас как несколько лет было определенное место. Потом, соответственно, стали давать приоритет выставкам, которые надо приезжать там, на неделю, на две большие. То есть мы арендуем маленький участочек, да, который, соответственно, в принципе, стоит для этого торгового центра такая сумма, это низер. Вот. Они, конечно, приоритет дают большим выставкам. У нас бывает, что хорошо, мы отдадим место, но какое вы узнаете там за месяц-полтора, например, и потом там приходится приезжать, смотреть, ой, можно мы станем вот тут все-таки, а не тут, потому что тут нас здесь не видно. Ну, как-то, ну, да. Если бы, конечно, было какое-то место определенное, Смотри, какое место не дают, то есть все свое. Нам дают все свое. Столы, плакаты, реклама. Да. Ну, смотри, какое место, то есть где-то обычно, да, 10. Вот, да, где-то 10-11 столов. Уже максимум. Стол у нас считается полтора метра, то есть два стола по 80, метр 60. Стол. Ну, то есть там зависит, говорят, опять же. Какое место? Раньше было больше мест. Последние разы мы ели, вот уместили 10 столов, но, как говорится, играли приходят, место проходное. Вот. Но судейство мы сейчас не проводим, потому что, во-первых, мы получается, что сами закрыты, вот наша камеральная эта группа, и мы сами друг у друга ходим. И вот это, во-первых, во-вторых, неудобно. Сказали, что мы в первое время отличие красивые делали, сдали поддержки, красиво, все там.
хотелось бы. То есть выставка получается один месяц? Два. То есть мы все убрали, допустим, в субботу провели. Накрываем, убираем под столы, как-то. Да, да, да. Очень много. Да. Время затратно, труд затратно. Такой опыт на тащить. Ну, это уже издержки. Но проходим, то есть как бы с этой библиотекой, да, получится, посетители будут в основном только вот в связанных кружках, и здесь все-таки конечно. Вот, что еще? Ну, да, вот перфекционер, да, вот про выставки, когда мастер сказал, вот второй день, как бы первый день мастер-класса мы не успеваем, то есть поток идет основной. CTR-очники идут, ну, по мне проходят, второй день уже больше, да, больше проходящих, поэтому мы успеваем делать мастер-класс. Вот пользуясь популярностью, вот по селекционеру. У нас один из участников нашего объединения, это Валентина Зуб, уже несколько лет скрещивает как миниатюрки, так и стандарты. Вот. И стал показывать результаты, очень интересные, все эти, ну, я миниатюрками увлекаюсь, как бы, на мой взгляд, очень интересные есть миниатюрки. Она сейчас выкладывает и стандарты, тоже интересные, проверки. И обещают, что, может быть, уже весной будет показывать свои сорта проверенные, как бы, приставочка R. Вот так, что если вы увидите R, сорта, это фиксирование, изрезали? Нет, стандарты и миниатюры, да, и те, и те. R, да, Валентина. А почему вы? Спасибо.